Всем привет! Сегодня я занимаюсь пикировкой своих цветов. У меня их очень-очень много. Сейчас я покажу, во что я их пикирую. Я купила порядка 800 вот таких вот стаканчиков, обыкновенные. Обыкновенные 200-граммовые стаканчики. Этих стаканчиков хватает для того, чтобы растение там созрело, выросло, и независимо от того, прозрачный стаканчик или белый. Так что, если вы хотите рассадить очень много цветов, у меня их порядка, что в районе 700 корней в сумме у меня получится. Кто-то скажет, что этого стаканчика недостаточно для петунии. Я вам скажу, что его достаточно. То есть в момент, когда вот уже корневая система вся вот так вот скрутилась, сплелась именно в этом стаканчике, мы как раз пересаживаем ее в кашпо, петунию. А для того, чтобы до конца мая у нас все достояло на наших площадках подоконников, этого вполне достаточно. Но не забудьте обязательно сделать либо дырочку, либо откусите немножечко ножницами краешек вот этой вот. Можно сделать толще. Можно взять ножичек, просто ножичек взяли и продырявили. И получилось у нас там две дырочки, чтобы водичка лишняя у вас выходила. Все, рассказала вам свою технику. А вот по поводу, куда девать столько много цветов, я расскажу чуть позже.